Гуля, пока ПВ не сделаешь, мы тебя не пускаем. Мы так решили. Изивим. Онит Таирна. Держите оборону, защищайте пивко. О, неужели хороший стартовый синематик? Ого. Чё же, определены, кто есть кто? Ты меня уважаешь? Брюмастер номер 7. Брюмастер номер 1. За качество отвечаю. У меня есть крит, у меня есть демоническая сила, у меня есть иллюзия, буран и звездопад. У меня конфликтные скиллы. Какие? Ну типа две пассивки на атаку и считает две активки на удержание. Так, что бы купить? Надо что-то мощное. Вот, например, вот это. Сколько стоит, интересно? Так, Миорат опять херни мается, вы заколебали. Вы это не стойте хоть под скелетами, они же атакуют, бьют больно. Не повезло тебе. Выпить хочешь? Ты меня уважаешь? Ну ты нарвался. У каждого, кстати, имя есть. Не дай себе. А вот на Ярада, например, зовут Моджо. Я Поло. О, Кешу сейчас сольют. Ну ты нарвался. С радостью. А, это самое, собирайте коноплю, она голду дает. Там есть конопля. Пивка для рывка. Причем много голды дает. Да без проблем. За качество отвечаю. Так, у меня криты и есть демоническая сила. У меня тоже и криты, и демоническая сила. Чего ты сказал? Не повезло тебе. С радостью! Пивка для рывка! С радостью! Пивка для рывка! За качество отвечаю! Черт, кто-то уже пособирался коноплю с полей. За качество отвечаю! С радостью! Блин, уже кто-то купил штуку на 80 урона. Че, охерел, что ли? Не дай себе засохнуть. Выпить хочешь? Ууу, килту зад. Ну, еще по одной. За качество отвечаю. Ты меня уважаешь? А, это... Сиквел этому безумному Варкрафту Ламерда. Когда Ламерд с Артезом пошли искать пивко. С радостью. Пивка для рывка. Да, сиквела не будет. Пивка для рывка. Помните, когда Ламер делал хорошее видео? Я тоже нет. Пивка для рывка. Было, но это очень давно. Да. С радостью. Да без проблем. Пивка для рывка. За качество отвечаю. А, да где вы вечно коноплю берете? Я все звон монет слышу и слышу. Не повезло тебе. Пивка для рывка. Да без проблем. Пивка для рывка. За качество отвечаю. Серьезно? Пивка для рывка. А, не идите, да типа, или вам конец, типа, серьезно. Это как в прошлой карте. Ну ты нормался. Да, только тут, наверное, надеюсь, не спамят этим. Ну ты нормался. За качество отвечаю. Пивка для рывка. Он меня не уважает. За качество отвечаю. Лучше бы мне саппорт попался, да. За качество отвечаю. С радостью. Пивка для рывка. С радостью. За качество отвечаю. Пивка для рывка. По кого-то, походу, уже коноплинный бизнес. За качество отвечаю. Раз коноплю вечно собирают. Да без проблем. И вы не доходите. С радостью. Ну, выращивают. Да без
Как же, здрасте. Ты что, не видишь, у нас поля тут целые? Дарак Сосун свистнул у меня опять. Коноплю. Что-то сначала нежить шла, теперь альянс прет. Ну, все хотят нашу коноплю. Чего ты сказал? Да я даже крипов не добиваю. Да это тот чел, который купил штуку на 80 дамага и нагибает. Оп, конопля. Так, покупаем тогда ауры все. Кто какие? Пивка для рывка. С радостью. Не дай себе засохнуть. Блин, эта штука еще долго в КД будет. Пивка для рывка. За качество отвечаю. Выпить хочешь? С радостью. За качество отвечаю. Утер. Да, это точно ламер. Аглицкий фанат. За качество отвечаю. Да без проблем. А, ламер представляет. За пандарию. Так, конопля. Ага. Чувак что-то подошел к конопле вплотную и развернулся, ушел. Ты меня уважаешь? Да без проблем. За качество отвечаю. С радостью. Пивка для рывка. С радостью. Когда пля, родись рядом со мной, пожалуйста. О нет, войска Мижогага вышли на нас. О нет. Они хотят силу пивка. Силе демона. Да без проблем. Ты меня уважаешь? Пивка для рывка. За качество отвечаю. Пивка для рывка. Что-то это опасно, опасно. Там бабашки что-то поливают нас. Алло, отступаем. Кто с аурой вампирки бегает? Надо сюда его, чтобы хиляться. Реально поливал его какое-то. Ну ты нарвался. Слышь, я сейчас тебя за Мижогагу сломаю, понял? Блин, капец, орудийные башни обстрел делают. Ну ты нарвался. Да без проблем. Ты меня уважаешь? Выпить хочешь? За качество отвечаю. Так, так, нет, 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 нет. Чё, но нет, у меня все равно голды нет уже. Ты меня уважаешь? С радостью. Выпить хочешь? У вас голды полно, у меня нихера нет. О, не дай себе засунуть. Генерал Мижогага вышел. Но еще по одной. За качество отвечаю. Да? Убил. Ну вы засранцы. 750 голды упало. Мне так ни хера нет. Ну ты коноплю собирай. Я нищий, без деньги. Кстати, о пандах. Когда пандовский город проходить будешь на стриме? Что за пандовский город? Ну старая компания с инфо еще. Ууу, жуть, это войска Нерса пошли, мды. Где концепт? Селедка до сих пор не сделал. А? Что? Лагаю, пропадаю, нет. Да, да, лагает он. О, господи, этот обстрел. Ты меня уважаешь? Чего ты сказал? Не дай себе засохнуть. Так, надо что-то на ловкость себе, наверное, купить. Можно книжки покупать же в таверне. Ну, типа напитки, но типа книжки. Или что-нибудь на скорость атаки хотя бы. А
то я медленно атакую. Чего ты сказал? На скорость атаки у тебя ботинки есть. Все равно медленно. Я хочу быстрее. Плащ на агилку есть. Там. Он в КД. Я вообще силовик, но мне бы его тоже не помешало. Надо было его купить вместо тапков. За качество отвечаю. Пивка для рывка. Так, как быстро это дело кадешится? Не, выпить хочешь? Очень медленно. Ты о, величайший парень пришел. С радостью. Он меня не уважает. Ох, какие персонажи тут, а? Целый сиквел хоть снимай. Пивка для рывка. С радостью. Да. За качество отвечаю. Кто-то сказал капустка. Не, выпить. Где? Хочешь? В чате? Здесь вот. Арт пивка сказал. Для рывка. Капустка. Да без проблем. И конопля моя отвечаю. Должна была быть. Их. Стырили. Не дай себе засохнуть. С радостью. Ну, еще по одной. Хер ли ты делаешь? Кусок пососа. Чего ты сказал? Ну ты на. О, кретиноид. Чего ты сказал? О, это же войска Хампуса. О, тут даже по МП есть Д. Ух ты ж, нихера себе, меня застреляли. Я походу единственный, кто крест потерял тут. Да. Все пивовары должны быть уничтожены. За качество отвечаю. Не повезло тебе. Ну ты нормально. О, а это Хампуш. С мордой Виксара. Ну, еще по одной. Это предатель, тебе. Это подставной. За пандарию. Не дай себе. Я уже что-то маты не сдерживаю. Ура, я добил. Пивка для рывка. Ты меня уважаешь? Удара кесаря дали. За качество отвечаю. Пивка для рывка. Нет, не бери ее. Еще по одной. Рак сосунчик-то. Да без проблем. Ты меня уважаешь? За качество отвечаю. Да без проблем. С радостью. За качество отвечаю. Теперь гномы пошли. Ну, еще по одной. Так. Ты меня уважаешь? Чё тут делаете, а? Не дай себе засохнуть. Не лоботрясничать. Выпить хочешь? Ну, еще по одной. Блин, все шмотки в КД. Мда. Выпить хочешь? Кроме реально душ. Кроме бесполезных, точнее. Ты меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. С радостью. Кто-то сидит, походу, магазин и мониторит 24/7. Рывка для рывка. Вы вообще там отчаянные под башнями деретесь. Все, у меня 40 ловкости дополнительно есть. Ща буду всех спушевать, херачить. За качество отвечаю. Пивка для рывка. Да без проблем. Ну ты нарвался. С радостью. Не дай себе засохнуть. Чего ты сказал? О, Леха тут. Он меня не уважает. Да ты сосун, я только заметил же. Тебе. Пивка для рывка. Меня триггерит. С радостью. Да без проблем. Ааа, арт-обстрел. Донбасс. Умде. Сирия. На тебя это... Не повезло тебе. Повлияло. Пивка для рывка. Лагдыгинский, умде.
проклятые пиндосы ракетами шмаляют, но в великую Россию-матушку они не попадут. За качество отвечаю. Ботинки уже кто-то купил. Охеренно. Вижу коноплю, вижу еще коноплю. Не дай себе засохнуть. Пивка для рывка. Уйди от моей конопли, урод. А нет, Леха воскрес. Че он там? А, он уже умер все равно. А, дай, алло. Да без проблем. С радостью. Пивка для рывка. Вот вы голоду получаете и спокойно идете ее тратить. А у меня, я когда получаю, уже все скуп. Чего ты сказал? Он меня не уважает! Чего ты сказал? И мне повезло тебе. За качество отвечаю. Пивка для рывка. А, что за лютые отвечаю. Обстрелы? Хватит. Ну, еще по одной. О, духи возмездия, да. Без проблем. С радостью. Ну ты нарвался. Он меня не уважает. За качество отвечаю. С радостью. Да без проблем. Ну ты нарвался. Чего ты сказал? Ай, живи! Ай, ломал. Давай, хороший крит надо, панда. Да блин, кто в меня дождик? Молодца, спасибо тебе, кто в меня дождь полил. Дэр. Чё, помер что ли? Ну, я крест догадался купить, так что не помер. Выпить хочешь? Теперь надо топать за вторым крестом. Не дай себе засохнуть. Ну, еще по одной. Выпить хочешь? Чем могу? Ну, еще по одной. Да блин, крест в КД, вы охерели? Ты меня уважаешь? Закон подлости знаешь. Я теперь как тащить буду без креста-то? Выпить хочешь? Ну, еще по одной. Начальник там Гуля фудит в шатре. Гуля! С радостью! Он там пишет, я так и вообще. О, жуть, величайшая женщина вышла. Походу сейчас его из шатра еще кикнем. А, тут много величайших женщин, проклятие утор. Ты величайший бордель Анки. Блин, почему вы столько хардкора хотите, а? Почему вы сражаетесь под таверками? Да без проблем. Это экстрим. Мне повезло тебе. Пивка для рывка. Да без проблем. Ну ты нарвался. Ну еще по одной. О, мне крест кто-то передать успел. Откуда у меня крест? А темно-зеленый, хер ли ты ливаешь? Синий уже ливнул. Мне пора, спасибо за игру, Паша. Вот он и ливнул. Короче, у меня из спылов, которые осталось изучить, осталась дыхалка, змея и ульта. А также еще криты могу дальше качать. Ладно, культу прокачаю. Я все еще 5-й левел. У меня ульта звездопад. Что за невероятный пандос, а? Песос. Почему он силовик с моделькой шторма? А, тут все со силовики, как бы. О-о-о. Так, пойду себе статы закупать тогда. Нужно золото. Не дай себе засохнуть.
Ты меня уважаешь? С радостью! Как больно. Вот это я прям в куче народился. Проклятие! А! На помощь! Проклятие, утор! Тут огромный жук вышел. Тут два чувака стоят, три чувака стоят, мониторят этого чувака. Этого магазин. Я просто прибежал, купил. Блин, на 40 атаки. Идем, ребята, АПК у нас. Ты меня уважаешь? Ты меня уважаешь? Ой, начинаются рандомные факты. Тихо, 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 тихо. И не повезло тебе. Ого, охотник на демонов у нас внизу. Он меня не уважает. Пивка для рыбка. С радостью. Жуть, панда-демон. А где панда ДК? Я понял, панды выкупили силу демонов не жагали. И поэтому они пошли обратно ее отвоевывать. Да без проблем. Пивка для рывка. За качество отвечаю. Паша, ты кусок херни. Все себе забираешь. А он же все себе будет забирать просто. Выпить хочешь? Пока не доиграется, конечно. Ты меня уважаешь? Нужно золото. Ну, еще по одной. Не дай себе засохнуть. Походу, тут три чувака реально АФК. Ваши они просто ждут. Слушай, они ливнули. Это ливнувшие все тут стоят. Очередь затянулась. Ну ты нарвался! Да без проблем! С радостью! Пивка для рывка! Так, где вампирик, а? Ну, еще по одной! Выпить хочешь? Купи себе колечко у этого бомжа. Да ну дорогое. Ну я купил просто, чтобы аура всегда была с тобой. Ну-ка, иллюзии дамажит, нет? Не повезло. Я уж обрадовался, надо было звездопад качать. Хотя, иллюзии танкуют, можно их брать. Буду их качать. Хватит забирать уже. 12. Господи. Или написано где не дай себе сейчас написано вот так. Выпить надо хочешь? Вот так но еще по одной. Ну, я знаю как за качество отвечаю. 12. Че? Как написано и как надо писать. Не дай себе засохнуть. А что это? Написано, как было, 12-я волна. 12 это 12. Не дай себе засохнуть. 12, да, уже 12-я. Да без проблем. Что за какие-то новые нереальные слова? Ну ты нарвался. Ой, это английский же язык. Никогда не слышу, чтоб так писали цифры. Чего ты сказал? Это какое-то старомодное написание, что ли? Мы цифры-то не пишем, мы пишем числами. Нет. 12 это никогда не слышал эту форму. За качество отвечаю. 12. С радостью. Ну хер его знает. Пивка для рывка. Ты меня уважаешь? За качество отвечаю. Пойду 20к потрачу. Ааа! Черт! Дай мне немного кап. Не дай себе засохнуть.
проблем. Пивка для рывка. Ну, еще по одной. Сейчас дам. Да. Не дай себе засохнуть. Он меня не уважает. Чего ты сказал? Ты меня уважаешь? Сейчас дам. Поебал. Чего ты меня не потягиваться, я не знаю. Заказчика отмечаю. Стрим 18 плюс Д забанит. Выпить хочешь? Ты меня уважаешь? С радостью! За качество отвечаю. А кто-то до сих пор на плюс собирает. Выпить хочешь? Ну, еще по одной. Та-та-ра-та-та-та. Чего ты сказал? Ну а сейчас был перебор. Сколько? 12 тысяч. Мажорище. Ты меня уважаешь? Да. Ну ты нарвался. Осталось только маску купить. За качество отвечаю. Чего ты сказал? Еще из Беларуси, бля. И ему уже пофиг на обстрел даже. Обстрел сосат. Не дай себе засохнуть. Ну, еще по одной. Выпить хочешь? Пивка для рывка. А, посмотрите на его килы. Не дай себе засохнуть. За качество отвечаю. С радостью. Чего? Пивка для рывка. С радостью. Че вы со своим этим баром пристали? Пивка для рывка. Я не понял, что за бар. Я тоже не знаю, что за бар. Не повезло тебе. Кто вообще про него с ним пристал? Не-не, я знаю шуточку лучше. Лучше бы в Радиатор 2 поиграл. Ты меня уважаешь? С радостью. О нет, он скинет это. Жуть. Ну, еще по одной. Загугли потом Радиатор 2. В Стиме. Ты меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. Наконец-то от меня хоть какой-то толк есть. Не хочешь? Еще у меня есть звездопад. Бесполезный. Да хватит. Что произошло только что? А, он убил главного, поэтому. Не повезло. За качество отвечаю. Ага, посмотри на эту мощь. Ты меня уважаешь? Ты себе маску так и не купил. Так она 10 тысяч стоит. Не повезло тебе. Он меня не уважает. Пивка для рывка. Ну ты нарвался. Чего ты сказал? Я едва себе по 500 успеваю откусить. О. А маска-то в КД. Дай себе засохнуть. Потому что я купил капа. Еще по одной. Жуть, Леха разозлился. Не повезло тебе. Пивка для рывка. О, покой, да. А в мои времена покой не давал. Не дай себе засохнуть. За качество отвечаю. Выпить хочешь? Да без проблем. Ты меня уважаешь? Ну куда тебе дальше тратиться такую? Поделись с другими. Непобедимый. Ты меня уважаешь? Вы
выбить хочешь? Ты меня уважаешь? Выбить хочешь? За качество отвечаю. Не дай себе засохнуть. А, чё за куча мастеров клинка напала на нас? Вождь, на нас напали. Это еще иллюзии тут, блин. Чего ты сказал? О, какой хардкор-то, как лупит. Да без проблем. О, 10 тысяч дали. Выпить хочешь? Я, конечно, ты ценю то, что ты подкидываешь мне денег, Паша, но хватит, по-моему. Тебе. Он просто хочет, чтобы ты был топ-3. Уже слишком поздно. О нет, Орд Ситас. О нет. Бил мне зачем-то 500 голды подкинул. За качество отвечаю. А, чё за мощные гальванизации у них? Не повезло тебе. За Пандарию. Он меня не уважает. Чего ты сказал? Он меня не уважает! А, помогите, я застрял! Да, без проблем. Как отсюда сбежать? Ау. Чего ты сказал? Проклятие, походу, сейчас огребу. Да хватит меня в сон кидать, хуён, блядь. Пивка, нарывка. Я выбрался по кчам. Да, ого, неужели его сольют? И он резится всего с 500 хп. Ой, его сольют! Жуть! Не дай себе засохнуть! Ну, еще по одной! Выпить хочешь? Ну, еще по одной. Держите его, если лапну. Минус бил. Так, еще теперь. Ну, надо тикондрис, тикондрия сливать. Нет, он резница, нет, этот чел? Нет, по-моему, не резница. Так. Я пошел за маской. Ты меня уважаешь? Пивка для рывка. Вперед, танкуй, иллюзия. Ну, еще по одной. Наконец-то. С радостью. Ты. Ох, смотрите, ярость максимальная. Подожди. Я тебе помогу, брат. Старший. А я сплю, да. Не дай себе засохнуть. Ты заколебал. Лучше бы Феникса уже посыпел. Ну, еще по одной. С прошлого тоже 10к дали. Слышь, я же его убил, а не ты. Откуда ты знаешь? О нет, пылающий легион пришел за нашим пивком. Чёртовы моноберны. Уже по косарю собак падает. Да и вообще со всех. Не дай себе засохнуть. Ох, ща фарм пойдет. Тем временем 8 уровня криты. У всех есть криты, хочешь? Да, получается? С радостью. Получается так. Ты меня уважаешь? Не золото. Дай себе засунуть. Нужно золото. Да, без проблем. Чего ты сказал? Не повезло тебе. Ну ты нарвался. О, нет, здесь Архимонд. Ты меня. У него 6 крестов. Билл зачем-то мне дал контроль, ты же понял. Выпить хочешь?
Не повезло тебе. Ну, еще по одной. Выпить хочешь? Давайте, иллюзии, делайте полезное дело. Патрулируйте тут. Пускайте огонь на себя. Господи. Это гениально, кто так придумал, конечно, с обстрелом. Но я зато гениально придумал их отвлечь. Не кажется ли это финал? Надеюсь, что да, стрим пора заканчивать. И единственному что-то больно, Дорхимонда. О, я его убил. Косарь. О, злобные брюмастеры. Here comes the last one, the evil брюмастерс. Нет! Нас убьет наше же собственное оружие. С радостью! О, боже, посмотри на эти раздражающиеся точки на карте. Нужно выпить хочешь? Пивка для рывка. Ну, еще по одной. За Пандарию. Ты меня уважаешь? За качество отвечаю. С радостью. Да без проблем. Не дай себе засохнуть. О, нет. С радостью. Да, хорош мигать, опять желток, а? Они ливнули. Они ливнули. Пивка для рывка. Еще по одной. За качество отвечаю. Да, уже спойлер до хера. Не дай себе засохнуть. Он донатит фонд борьбы с коррупцией. Точнее, фонд борьбы с плохими проектами. Да без проблем. Ну, еще по одной. Дайте крест лучше куплю. Не дай себе засохнуть. Да, пацан все это время на риске был. Главного тащера могли потерять. С радостью. О, тут столько конопли валяется. Ты меня уважаешь? Кого-то сегодня забанят. Еще по одной. Не дай себе засохнуть. Да она чихает на коноплю, а? У меня голда получается как но две конопли с одного крипа. Не повезло тебе. У, теперь у меня 50 камней. Да. С радостью. Все, топ-3. Фэнкью пешка. Который Феникс пешка. Да. 1000 килов у него теперь. Да. Ты меня уважаешь? Что-то у нас. Пивка для рывка. Нищий, небось, да? Ну, еще по одной. Ну ты нарвался. Че? Чат. Выпить хочешь? В игре. Я отвлекся, я. Ну, еще Сартусу донат делал. О, жуть, мы убили Райва. Ура!
Ну вот, я только, только закупился с татами. Мы истинные пивовары. Все. Пиво навсегда. Пиво форева. Пиво. Вот еще карта одна позади, которая выйдет через 1 000 000 лет после нашей эры.